Здравствуйте. Вы с Андроцита, да? Да. Андроцит, можно? А вы откуда, вот почему? Поселок Крепинский. У нас там стреляют свои самолеты, эти истребители над головами летают, бомбят. И вы решили уехать поэтому? Да не помню. Ужас вообще. Очень страшно. Бедные дети, мы в город выехали. Там так попало, убило. А вам кто-то помогал доехать до границы или как вы добрались? Ну, на такси, потому что все заняты, ну, такие же, как оно, там все по записи, потому что людей полно, все едут, но все автобусы заняты, записаться может на 13 число, и то вообще, ну, очень тяжело. Понятно. Мы нашли последнее такси, вот сейчас вот ночью сели, потому что убежали по городу, там стреляли. А, скажите, если можно, а откуда вы бежите, почему, и вот как вы думаете, вот кто, собственно говоря, активно проявляет агрессию на вашей территории? Активно у нас украинцы с истребителей нас лупят, и с гранатометов, или как они там называются, грады, я не знаю. У нас там все, вот, в нашей вот округе все горит, все дымит, они... Вот в домах ударом ходят, мы уже в подвале, в бомбоубежище бегаем каждыми днями, дети уже вообще... А скажите, какое у вас отношение к ополченцам? Положительное, негативное? Вы их боитесь, может быть? Мы всех боимся. Понятно. Мы за мир. Понятно. Ну, спасибо вам большое. За мир, чтоб не было войны.